на своем очередном уроке, эксперименте. Сегодня я хочу сравнить 5 версий создания клеточек или cells с помощью различных добавок. Я растворила 4 краски в обычном растворителе DecoArt Pour Medium. Сейчас вам покажу. Вот. Вот я растворила, значит, одна часть краски, две части Pour Medium DecoArt. И вот эти краски тоже DecoArt. Ну, они недорогие. На них можно спокойно работать, изучать техники. Хотя, конечно, я повторю уже не первый раз, что каждой краски в комбинации с растворителем могут давать эффект. И вот, все хотят получить эти клеточки, и все учатся. И почему бросают большинство людей, то есть начинают, захватываются, а потом бросают? Потому что не получают желаемого эффекта, терпения нет. Это своего рода изучение химических реакций. И поэтому раз не получается, что-то получается размазанное, плохо, значит бросаем. И я, например, тоже ищу выход с получения тех клеточек, которые хочу. И, скажем, я выбрала 4 краски именно контрастных таких вот, потому что лучше видно эффект взаимодействия краски с этими добавками, которые будем добавлять. Что мы сегодня будем добавлять? Мы добавим обычный алкоголь. Мы добавим... это лак, специальный лак, профессиональный. Мы добавим силикон, тоже профессиональный, хотя можно любой. Мы попробуем флот-роллом или флут. И с обычным, значит, с обычным мылом для посуды, потому что он тоже содержит определенный вид силикона. И посмотрим, как все реагирует, да? Итак, первый у нас нет 5, вернее, полотен, чтобы нам не мешало, в то же время, чтобы мы могли работать оптимально. Первый вариант будет как раз у нас с алкоголем, потому что в дальнейшем я буду применять нагреватель, поэтому не хочу, я отложу тогда это полотно в целях безопасности. Вся реакция с алкоголем. Есть вот эти небольшие образования. Опять же, мы не будем использовать ни в коем случае нагреватель, чтобы это все не загорелось. Возможно, чуть-чуть со временем это проявится лучше. Вот. Ну, в целом, вот такая интересная у нас получилась картинка.
силиконе. А это у нас алкоголь. Вот так остался алкоголь. Уже засыхает. Итак, кладем в сторону и продолжаем наш эксперимент. Кто со мной, следите дальше. Разница существенная, что-то похоже на воздействие клея ПВА. А, возможно, техника скольжения здесь подойдет намного лучше. У этой клеточки что-то есть, но все равно не та реакция, которую я ожидала. Хотя в целом интересная картина получилась, что-то типа агата. Вот здесь очень интересное образование, вот началось формирование чего-то, но, к сожалению, не дошло до конца. Итак, мы продолжим дальше. У нас осталось еще два эксперимента. Реакция, да? То есть все-таки что-то интересно. Ну и у нас остался последний эксперимент. Это флойтрол или флут. И добавим две части. В одну части красок, вот эти оставшиеся стаканчики, мы добавим две части флойтрола. Обычно так рекомендуют. Я буду добавлять на глаз. Я ничего не буду измерять. Thank you.
Neutral. Вот. Таким образом, у нас 5 экспериментов получилось очень-таки хорошо. Вот флот роллом и силиконом из остатков красок. В принципе, интересная работа, считаю, вполне удачная. Вот хорошо образуются эти самые клеточки, вот своеобразные такие вот комбинации, и я вполне довольна этой работой. Если вам понравилось, ставите лайки и следите в дальнейшем за моими постами.